Всем привет! Сегодня у нас воскресенье. И что хочу сказать? Вербанковские мошенники добрались до меня. В общем, поступает звонок с московского номера. В общем, и спрашивают, значит, задают такой вопрос. Лебедева Лариса, обычно это бывает так, обычно спрашивают имя, отчество, а тут как-то вот так вот, Лебедева Лариса, я говорю, так точно, а в чем дело? Это служба безопасности Сбербанка, а я слышу, что, знаете, как будто где-то на улице, я говорю, и что? И, значит, вы в ближайшие 15 минут совершали какие-либо действия по карте? Я говорю, и что? Ну вот скажите, вы совершали или нет? Я говорю, я тебе сейчас скажу. И смотрю, трубку разбросают. Ну все понятно. Потом думаю, надо было поддержать разговор и как бы над ним постебаться. Номер карты ему как вымышленный сказать, еще что-нибудь. В общем, вот так вот. Будьте осторожны, сейчас это очень распространено. Ну, это ни для кого не секрет. Мошенники придумывают все разные какие-то уловки. И вот уже и до этого доходит. Я, по-моему, вот у меня вот в первый раз вот ко мне вот такое вот звонят. В общем, я посмеялась. Думаю, ну, понятно. Началось в деревне утром. Вот вчера я маленечко покрасилась, знаете, не, все-таки я блондинка, я не могу с каким-то посторонним цветом волос ходить, даже если он приближен к светлому, вот мне нужно милирование. Вчера Наташа просто заставила меня промилировать чуть-чуть, понимаю, что волосы, ой, вот они прямо это магнитятся, электризуются, понимаю, что волосы пережгу, но ничего не могу с собой поделать, я все-таки никак не могу. Другой цвет просто для меня не существует. Ну, вот немножко меня она тут подмилировала, подстригла концы. В общем, вот так. И что? И я сходила на шопинг. И сейчас я вам его покажу. А что может быть лучше шопинга нижнего белья? Я вообще обожаю нижнее белье. Для меня это просто вот какой-то вот бальзам на душу. Не знаю почему. В общем, очень люблю нижнее белье, красивое, чтобы было, ну и практичное. В общем, смотрите. Я давно хотела попробовать кушон. Что это такое и с чем его едят? Вот этот кушон от Guerlain. А на него была 70% скидка. В общем, он мне обошелся 1000 с чем-то. Сейчас я вам покажу, какой он там из себя. Вот такая баночка, здесь спонжик, и вот таким образом нужно, если я нажму, вам покажу, и вот он такой вот вытекает. В общем, вот такую я взяла, попробовать, не знаю, давно хотела, но вот, коль сейчас уже вот на него была 70% скидка, я его взяла. Такая баночка хорошая, такая добротная. Ну, что единственный минус, что здесь 14 грамм всего. Здесь всего мало. И почему скидка? У него срок годности кончается в мае. То есть в мае еще можно пользоваться. Но я думаю, до этого времени я уже его использую. Там его совсем немного. Здесь просто упаковка сама вот такая вот большая, добротная. Так. В профи-центре взяла вот такую... типа лака, что ли. Лена у меня такой покупает, но она берет черный, там экстра сильная фиксация. Я взяла немного послабее. Вот такую штуку. Вот как-то она очень любит, и я решила с обезьяничать и тоже себе такое взяла. Так, и не обошлось. Мне, конечно, я зашла в отдел барышня. Отдел нижнего белья. Барышня. Взяла вот такой бюстгальтер.
у него такие вот широкие лямки. Я люблю с широкими лямками. Вот. Ну, а здесь как обычно. Так, кто это производство? Вот такой Лагуна АС. Так, цена его. Так, это что? А, это комплектом, если... Так, вот такой бюстгальтер. Вообще очень хорошо сидит. Продавец такая молодец. Меня прямо сама одела. Сама все подтянула. И вот такие вот трусики к нему идут. Этот комплект 2447 обошелся мне. Ну, чем себя девочки могут порадовать, если не красивым нижним бельем. Тоже Лагуна. Здесь вот такая вот капелька с бантиком. Ну, разве не прелесть? Вот такие. Дальше я взяла вот такие. Ну, это я просто взяла под джинсы. Такие трусишки. Ну, они бразильянки называются. Это просто хлопковые под джинсы. Бордового цвета. Здесь как будто красные, но они бордовые. Вот такие. Так. Так, и вот такие вот взяла стринги Вильмонт. Мне вообще нравится вот Вильмонт. Они такого, знаете, лавандового цвета. Ну, тоже это все под брюки, под джинсы, чтобы было так удобнее. Такие. И вот такие бирюзовые. Ну, такие же вот. Вот как вам показать-то их, господи. Такие бирюзовые трусишки. В общем, вот так вот. Немножко себя порадовала. Немножко. Так что немножко пошопилась. Так, а это сколько? А, эти по 199. Вот эти Вильмонт. Они по 199. Вот взяла две разных расцветки. А, вот еще же. Так, вот такие. Просто трусишки с пандой. В общем, вот так. Сейчас разберу весь свой нижний гардероб. Все старье повыкидываю. Все более-менее свежее я оставлю. Я вообще люблю, когда покупаю что-либо из белья, я все старое просто все махом выкидываю. Это вот я взяла. Так что вот так вот. Вчера мой муж пошел на встречу со своими друзьями. Ну, а я говорю, я пойду тогда на шопинг. Раз меня спонсируют, почему не сходить? Вот такие дела. Вот наша комната, которая у нас все ремонтируется, недоремонтируется. Все. Вон, медведь, которого я никак не могу избавиться от него. А здесь у нас тут купили матрас. Вот он у нас пока здесь вот лежит. Я на нем иногда валяюсь. Вот. Сын уехал, комната опустела. Вот такие дела, девочки, мальчики.